Здравствуйте. Думаю, вы меня узнали. Это Владимир Владимирович. Поздравляю вас с Новым годом. Это не новогодняя шутка от ваших друзей, а реальное поздравление от меня. Я тут занялся творчеством и написал вам стишок. Вот послушайте. В Новом году я счастья желаю. Пусть исполняются планы, мечты. С боем курантов я вас поздравляю, как гражданина свободной страны. Ну как вам? Я думаю, понравилось. С праздником!